Мераба, как дела? Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый интересный выпуск, который необычный. Такие выпуски бывают редко, но метко. Сегодня будет много спорта, красивые места. А еще сегодня мы встретимся с нашими друзьями. Поэтому обязательно досматривайте выпуск до конца, ведь там будет интересно. Лайкосик, погнали. Пожалуй, это самое необычное утро, которое у меня было когда-то в последнее время. Потому что сегодня написал с утра Дима и говорит, пойдем бегать. Я такой, типа, пойдем. Я, правда, не знаю, сколько мы побежим. Смотри, я включаю этот, как он, метраж. Давай. Бег. Ага. 3, 2, 1. Побежали! А, туда, что ли? Супер, настоящие спортсмены. А потом еще, короче, мы прибегаем. 3 километра, да? Да, для начала. А, понял. Мы потом прибегаем и сразу в бассейн ныряем. Вот, да? Так же было? Кто-то ныряет, кто-то не ныряет. В смысле? Ты же обещал. Смотри, по пути можно майки сорвать. Смотри, какая красота. Ладно, даже не знаю, куда. Мы в каньон? Я думаю, да. Я уже устал. Ну ладно, будем держаться. Вы там это, давайте лайкосиками подкреплять, потому что это... Фух, одно дело за пивом бежать, а другое дело просто бежать. Никогда не понимал спортсменов, которые бегают. Чё бегать? Мы зачем бежим? За спортом. А, вот так вот, понятно? Все, ладно, бежим. Вот я лично ненавижу бег на стадионе, когда только по кругу. Ни о чем. А вот когда ты бежишь вот так вот, с такой природой, с такими видами, 3 километра вообще не ощущается. Но я надеюсь, не ощутится. Но посмотрим через 3 километра. Да? Да, здесь еще клево то, что лес и нету солнца палящего. Такого. Ну, во-во-во, да, комфортно очень. Ну и сосны. Мы хотим бежать, чтобы за нами следили. Вот остановились. Вызвать слежку. Можно здесь, кстати, бегать по дороге, по той, там асфальт. А мы вот легких путей не ищем, бежим по этим камням. Ух, это еще, короче, усложняет нам бег. Ладно, понаблюдайте просто с нами, как мы это делаем. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Мы тут бежим и решили остановиться. Тут пасека, может быть, мед есть. Давайте откроем. Слушай, тут пчел вокруг куча. Они очень злые и защищают, как правило. Ладно, ладно, пацаны, я шучу. А то мы сейчас ускоренно с тобой побежим. Да. Да, уж. Тут еще пасека. Но она такая уже живенькая. Здесь прям пчелы летают. И мы вот прям в самом центре, видите, этой пасеки. Сейчас, когда отдадут нам под сраку, они... И будет нам такой мед, чувствую. А вон стоит там чайничек, стоит мангальчик. Кто-то отдыхает. У нас тут препятствие, нам нужно срочно тот берег, потому что здесь уже не пройти. Дима пробует. Камни все шатаются, это, конечно, стремновато. Я могу тебе камень кинуть. Возвращайся. Серьезно? А, ты так мучился долго. Ну что ж ты будешь делать? Вот так вот. Да ладно, тёпло, ты просто в носках. Мы, получается, пробежали круг, как бы до каньона. 3 километра. У нас 3 км. Да, можно. Сделали. Можно, пошли дальше. Побежали? Побежали дальше. Ну, вот так вот. Утро у славяна началось. Очень грустно. Видите, теперь завтракаю. Овсяночка с бананом, почти ПП, вот так вот, стареем.
Так, я тебе руки помою и дам сейчас. Вот так вот. У нас теперь скучно не бывает, видите? О, это вы, что ли? Здорово. Это опять мы? Арбузик подъехал. Вот так вот. Это местный же, да? Нет, это еще иранские. Местные еще рано. Местные рано? Слушай, какая тонкая шкурка-то у них, ничего себе. Сладкий, спелый прям. Пласт. Это который 20 лир килограмм? 25. Ой, ты хочешь большой? На. 25 лир килограмм. Они сколько? Килограмм 6, да, наверное? Ну, этот был почти, наверное, 8. Офигеть. Родя кушает, да. Я уже говорил, Женя купил ракетку. Вот так вот. Ха. Привет. Ой, я тоже хочу потом. А можно я тоже потом поиграю? Можно вечером пойти. Смотрите. Теперь мы будем лупиться, но по крайней мере, пока мы здесь живем, точно, да? Точно, да. Мячи, ракетки, все есть. Короче, Женя мне взял самую дерьмовую, которая там была. Вот, я говорю, купи мне хорошую. Он говорит, нет, куплю тебе дерьмовую. А себе купил... Мастерство-то не пропьешь. Правильно. Себе взял хорошую, правильно? Да, себе вот так вот. Вот, посмотрим. Короче, ракетка быстрее испортится. Сегодня поедем, да? Да, да? У ракетки очень красивый, матовый, такой голубой какой-то цвет. Тут камера не передаст этот цвет, но она вообще лютая. Решил распаковать ее вместе с вами. Такая вот распаковка. И, по сути, все. Если нужна модель, которую я себе приобрел, и вы тоже хотите, вот. Antengo TR110 алюминиум. Ну, прикольно. И сразу едем проверять наши ракетки. Вот, большой бандой пацанов с собой взял. Вот, а Мирошка с Настенкой дома. Опа! Ну? Нет, вы сейчас, я понял. Направляйтесь на восток. На восток поехали? Вот, поехали. Нажимаете на Владивосток. Владикавказ. Мы приехали на пляж. Здесь уже бывали. Это муниципальный. И я как-то раз сказал, что здесь есть корты. Точнее, один корт, вот, и как я понимаю, вообще бесплатный. Вот мы решили попробовать поиграть здесь. Вообще Женя ездил, узнавал за корты здесь, в Кемере. Средняя цена примерно 250 лир в час. Ну, это такая обычная цена, в принципе, мне кажется, хоть где. Вот, поэтому мальчишки пока покатаются на роликах, на скейтах. Вот, а мы пока будем рубиться. Что это было? Это угол? Это просто... I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Вот это мы нарубились. С непривычки, я не знаю, завтра, наверное, будет болеть абсолютно все. Единственное, что не успели дети поиграть, мы им немножко дали. Вот, а потом продолжили сами, надо сюда приезжать целенаправленно с детьми, вот как я в скейт-парк приезжаю. Просто, чтобы их тренировать, потому что если приезжать с ними еще самому кататься, это вообще не получается. Да, Родик, потом приедем сюда, да, чтобы вы поиграли. А корт, как я и говорил, бесплатный, представляете? Бесплатный теннисный корт. Это, конечно, очень здорово. Надеюсь, его не сделают платным. Сезон. Хотя здесь вот людей-то сейчас мало, на самом деле. Вон морюшка. Можно было бы даже еще искупаться, если бы светило солнце. Но сейчас уже солнце, видите, все. Не светит. Короче, классно потренировались. Еще сегодня занимаюсь тем моментом, что... Посмотрите. Директору договор, согласие. Да-да, вы, наверное, правильно все поняли. Прикрепляем Артема к школе для того, чтобы сдать аттестацию и получить вот эту бумажку, да, как говорится, без бумажки ты какашка. Вот, для того, чтобы он уже полетел официально во второй класс. Вот, поэтому сейчас в мае будет уже аттестация, сейчас дождемся прикрепления, оплатим эту школу и, как говорится, вперед. Вот, а как что будет проходить, если будет интересно, ну, потом расскажу. Напишите в комментариях, есть ли такой интерес. Какая же здесь крутейшая есть опция, если ты покупаешь у компании Viking Group квартиру, то ты можешь пользоваться всей инфраструктурой, их отелями. У них 5 или 6 отелей. Вот, и сегодня, например, ребята позвали, говорят, поехали в другой отель, будет опять турецкая ночь. Вот, в каждом отеле, получается, раз в неделю проходит, и вот можно, получается, что, посещать турецкую ночь.
Вот, это, конечно, очень здорово. Кстати, если думаете о покупке, да, вот тут вот видите первый этаж, вот квартира продается, планировка такая же, как у нас, только, ну, вот, чуть расположение другое. А вот квартира, которая вот это, купили, между прочим, наши зрители. Вот так вот тут нам писал, зачем вы показываете, зачем вы все это рассказываете. Вот, пожалуйста. Людям полезно, просто кому-то это не нужно, а кому-то это даже очень нужно. И вот теперь у нас будут соседи, наши зрители. Но у вас тоже есть такая возможность. А, кстати, если кому-то тоже нужно, вот эта квартира, тоже двухэтажная, двухуровневая, вот это вот получается, вот. Вот эта квартира, она сдается на 4 месяца, июнь, июль, август, сентябрь. По цене можете мне прям в личку черкануть, я спрошу, сведу с собственником и, ну там... Договоритесь. А мы отправляемся всем нашим комплексом на турецкую ночь. Ты куда? Тусить? Тусить, да, сынок? С девчонками? Пока. Пока, давай. Вон, да, кошка Мирош, кошка, да. Уже просто все собрались, понимаете? А я никак не могу забрать нашего Мирошку, потому что он пристает к этим курицам, петухам. Пошли! Еще и кошек гоняет. Пошли скорее. Мы-то вот сейчас распределяемся по машинам. Кто нас довезет? Все на тачках, а мы без тачки. Не повезло. Пошли, Мироша, пошли. Мы едем все с Димой, а Родик убежал вообще в другую машину. Вот так вот. Настенка, Родик с другим поедет. Вот так вот быстро, да? Вот. Решает. Так, кто нас повезет? Смотрите, какая просто банда. Идем вот в этот вот отель. Слава работает, да? Да, я вообще не отдыхаю. Вот. А вот это, вот, сними вывеску. Идите, идите. Вот это да. Охранник просто попутал. А такого количества, говорит, браслеты пока ни у кого нету. Вот так вот. Обычно, видимо, по очереди, а тут все сразу, прям на всех машинах. Аж парковка просто заполнилась. Мираба. Мы здесь первый раз. Сейчас посмотрим, как здесь и что. Слушай, это тоже прикольно. Обычно в тот отель все ездят, а здесь все по-другому. Мирабам. Вот здесь вот, пожалуйста, сразу что-нибудь можно взять. Моя территория здесь еще, кстати, тоже прикольная. Терраса такая большая. Там что-то внизу. Нас это неинтересно. О, здесь, кстати, даже этот магазин есть. Первые необходимых там продуктов, что нужно докупить. И лестница. О, прикольно у них тут. Слушайте, как вам? Это я говорил как раз про то, что у них 5 или 6 отелей, все разные, разные концепции. Можешь там вообще в любой приезжать. Здесь вот так. Видимо, просто залетели такой большой компанией. Сами подвинули себе столы, сами все расставили. Вот так вот. Так это работает. Здесь, короче, народу тьма. Посмотрите. Отель вообще битком. Вот это да. Я просто удивлен. Вообще. Вот тут движуха. А там, где мы были, на Чили, на расслабоне. А здесь нет. Трындец. Вот так вот. Чешский стол. Это сладкое. Ага, и вот тут все можно накладывать. Вот здесь, кстати, вот так вот. Смотрите, как мы собрались уже, все набрали еду. То есть у нас все банки. Нам принесли сразу бутылки огромные. Вина. Что? Что надо рекламировать? Прорекламирую, сейчас все как набегут сюда за стол. Ну, выпуск-то выходит с задержкой, поэтому... В общем, вот так вот ужинаем, а позже смотрим программу, и мне кажется, программа будет прямо здесь, судя по колонкам, прям нам в уши. Да, Мирошка, танцевать недалеко будет ходить. Мирошка просто врывается на танцпол.
Допустим, Артемка настолько стал взрослый, что уже даже не ходит на эти детские тусичи вот со мной, а дети вот все. Вот так вот. Походу, мы сегодня пришли сюда просто поесть, потому что турецкой ночи нету. А, нету, да? Вот так вот. Вы накушались? Все хорошо? Да. Все отлично, едем домой. Ну да, чего нет? Борисская луна красивая. О, да. Пушка вообще. Мы пока с Мирошкой, значит, играли в игровой. Там уже вовсю началась Turkish Night, турецкая ночь. Вон, видите, уже, видимо, там танец живота. Сейчас посмотрим. Ну да, конечно. Оп-оп-оп-оп-оп. Так. Сейчас опять заберет мужика. Вот так вот. Бабки вставил. Родик, нравится тебе? Нет. Смотри, как красиво танцует. Как нет, да? Так прикольно было, она ему начала задирать рубашку, а он такой стесняется. Кто-то переехал с нами, а Мирошка приехала с ребятами. Да? Опа. Кадиллак! Кадиллак! Вот так вот. Ребята, если этим летом, либо прямо сейчас уже в мае, вы собираетесь отдохнуть на нашем юге, отправиться в Крым, отправиться в Анапу, отправиться в Геленджик, отправиться в Сочи, в Абхазию, либо, например, поехать в Дагестан, то я, конечно, вам рекомендую приобрести наши авторские гайды как раз по вот этим всем местам. Там есть куча туристических локаций, есть нетуристических куча локаций, лайфхаки и советы, рестораны, которые мы сами лично проверили. Также есть столовые, какие-то различные кафешки, стоянки, кемпинги, где набирать воду, если вы поедете дикарьком, как любим мы. В общем, там огромное количество информации, самое важное — это наш опыт и есть маршруты. Цена наших гайдов всего лишь 490 рублей, а если, например, вы приобретете Анапу, Геленджик и Сочи, то попадаете под акцию 3 гайда по цене 2. Не упускайте свою возможность, приобретайте, изучайте и путешествуйте. Ну что же, я снова в центре Кемера. Сейчас нужно отправиться на поиски ребят. Меня привез Дима. Блин, просто вышел во двор, говорит, ты в город не едешь? Он говорит, нет, но надо везти, довезу, поехали. Вот, в центре, где-то здесь они находятся. У нас сегодня лил сильнейший дождь, у нас сегодня весь комплекс почти не спал с 5 утра до 7. Гроза настолько сильно била, что, вот говорю, проснулись все, прям начали даже переживать. И вот у ребят, например, в отеле, у них просто вырубило свет, и они без интернета, сюда приехали тоже без интернета. Я говорю, e-симку подключите. В итоге Самбат что-то не сообразил, как это делается. А вообще это классная вещь, всегда на связи остаешься за 3 копейки. Кстати, кому нужно, оставлю ссылку в описании тоже. Если куда-то уезжаете, то подключайтесь. Центр Кемера заодно покажу вам, да? Сейчас буду их искать здесь где-нибудь по магазинам. Туристов, кстати, в Кемере уже вообще тьма. Вот посмотрите, прям видите, за моей спиной люди ходят, бродят, что-то покупают. Это, кстати, вообще туристические такие улицы, где можно купить абсолютно все. Хожу как этот, заглядываю в каждый магазин, но пока Самбата с Ксюшей не нашел. Блин, вообще, это те друзья, которые к нам приезжают всегда, и мы к ним приезжаем при первой же возможности, неважно сколько километров. На гендер-пати они к нам приезжали в Сочи, единственные, звали всех, они единственные примчали из Смоленска в Сочи. Вот сейчас приехали. Короче, в самом деле это очень классно, осталось только их найти. Учитывая, что они
без связи, это, конечно, усложняет. Я по площади хожу, по бутикам ищу вас. Львы? Львы, да, через дорогу. Если лицом смотреть на ратушу, вот прям на площади стоять, с какой стороны это? А мы не на площади, нас высадили вдоль дороги. Через дорогу надо было перейти. Так. Ну вот какая-то артерия, вот вы через дорогу. Что видишь? Слушай, ну ты на WhatsApp кинь просто геолокацию свою. Самбат мне скинул свою локацию. Все, сейчас надеюсь это. Надеюсь, сейчас увидимся. А я их уже, кстати, вижу. Упс. Надо, главное, быстро перебежать, чтобы тебя не задавили. Вон они. Привет! Ну наконец-то! Здравствуйте! Хоть с тобой один. А это новый человек. Привет! Новый человек, скажи. Привет, человек! Ты помнишь меня по камере? Господи! Пойдем познакомлюсь с друзьями. Ты как мои пацаны в разных носочках, молодец! Привет! Лёка, стой! Тихо-тихо-тихо, не падай! Да, к этому человечку мы должны были приехать на рождение, но у нас не получилось. Почему? Потому что мы влепились в шлагбаум и поехали судиться. Да? Вот так вот. Калиска! Ты станешь знаменитой на весь мир! Вот так вот. Чё, Самбар? Познакомили. Всё. Дочь ушла. Да? Естественно, ребята, как и мы, сразу пошли в Вайкики. Как тебе? Вообще классно. Это реклама Вайкики, чтоб вы знали. Цены шикарные. Огонь. Ну и дизайн клёвый, что? Дизайн классный. Вообще стильные вещи и вот, по адекватным вот вот ценам. Отсюда все выходят с мешками. Да. Спасибо, Славе. У нас дождь. Просвета не видно, только ближе к вечеру. Поэтому мы зашли с ребятами в кафешку. Хотя в пиде. Вот, попьем чай. Пиде, как говорится. Здесь не местное кафе, точнее местное, но мне кажется, они дают меню именно прям вот туристам. Потому что обычно ценники от местных в два раза дешевле. Но, по крайней мере, это не стамбульские цены. В Стамбуле, пидехи, там, в туристическом месте вообще 200 с копейками. И то их даже не готовят сами, откуда-то приносят. Но у нас был этот случай. Вот так вот. Чисто пидешка. Обед из пидешек. Пробуйте местную еду. Мы поели, представляете, всей толпой поели на 500 лир, кучу чая выпили. Ребятам вкатила эта обстановочка с этих маленьких чашечек пить. Идем к морю. Гляньте, какие облака висят над горами. Сейчас не покажу, но у нас распогодилось и вершину стало видно. Тахталы, которая самая высокая в Анталии. Сейчас у нас, смотрите, вон 18 градусов. Пойдемте. 15-30, 18 градусов. Даже можно искупаться, но, конечно, делать это не будем. Смотрите, как классно. Я сколько здесь ходил, показывал. Вот здорово бы здесь футбол поиграть. И вот сейчас как раз какие-то соревнования проходят, играют. С каким видом? Вот так вот. Самбат, оставайтесь. Мне нравится, кстати, очень здесь хорошо и дышится сейчас после дождя. Мы сравнили это с Красной Поляной. Ну, похоже, вот да. Тоже дорого. Неприятно, когда есть глаз, за что зацепиться. Не просто да. Ты где-то около моря тусуешься, а с одной стороны горы. Вот, эти... вот, для вас я цветы высадил, видите, специально. Вот как раз распустились к вашему приезду. Это вы еще ко мне не приехали на район, я там курочек уже для вас тоже, апельсины для вас выросли. Мы обязательно заедем, готовим барбекю. Хорошо. Мы сейчас, кстати, будем идти по набережной Кемера. Хочу показать вам. Дойдем до Марины, наверное, прям до самой. Вот. И... покажу вам, кстати, ни разу вообще, мы здесь гуляли уже,
но я не снимал. А сегодня, вот, коль мы здесь с ребятами, покажу пляжи, как выглядят, покажу вообще, что здесь есть. Так что давайте, лайки обязательно, не жалейте. Вот, например, бич-кафе Тропикана. Видите, здесь пляжи такие узкие. Сегодня все убрали, потому что я уже говорил, лил вообще сильнейший дождь. Конечно, так себе. А вот здесь вот отели, рестораны. Вон там марина. Сейчас что-нибудь интересненькое буду еще показывать. Вот, пожалуйста, клавочку, видите, промаркировали. Пляж Валеры. Вот, Валера, если смотрите ваш пляж, приезжайте. Видите, пустой, пока его не оборудовали. Это все на самом деле отельные пляжи. Ну, видимо, из-за того, что сейчас еще не прям сезон, плюс вчера море как следует волновалось, и вот, все лежаки, видите, вот сюда вот на пригорок подняли. Поэтому вот так вот. На пирсах тоже ничего пока не расставлено, но в целом сезон уже идет, так что приезжайте, приезжайте обязательно. В море купаться можно уже где-то 21-22 градуса. Смотрите, какие там облака. Вот если прийти сюда в ясную погоду, в принципе, мне сейчас тоже видно, вам, не знаю, будет, не будет видно, вот полностью виден весь берег Анталии, самого города. Вот, а мы двигаемся дальше. Вон там вот за горой продолжение Кемера. А вот на эту гору я хочу сделать восхождение, как-нибудь в следующем выпуске сделаем восхождение и туда-обратно переправиться. Там есть какой-то дикий, очень красивый пляж. Вот, и прям, конечно, хочется посмотреть и показать. Возможно, с детьми прям пойдем. Смотрите, я укачал Алиску. Вообще без какого-либо труда, просто ехал, и она уснула. Идеально. Естественно, у нас фотосессия, видите? Потому что виды, виды нереальные здесь вообще. Говорю, в Кемере самая крутая природа. Вот прям. Здесь есть все абсолютно. Реки, водопады, каньоны, чистое море, пляжи. И вот кто приезжает, вот ребята приехали, говорят, тоже топчик. И говорят, мы сюда теперь каждый вечер будем приезжать. Но посмотрим. Двигаемся дальше, на море постояли. Смотрите, здесь класс, такой ресторанчик. Но пока пустой, видимо, погода все спугнула арки. В виде сердца такие цветные. Это самбатик. Я все с этими пакетами. Ну, ты видишь, ты палишься просто. Туристы палятся, они с пакетами в Айкики ходят. Да. Да, да, да. Здесь парк, кстати. Вот, пожалуйста, Starbucks. За Starbucks'ом детская площадка. Вот, и еще какой-то один рестик. Там вот порт Марина. Да? И Алиска проснулась. Вот она, детская площадка справа. А вот поставили домики. 42 домика, представляете? Такие туда уходят. Но большинство еще закрыто. Тут можно купить всякие туристические сувениры. Стойка Wi-Fi бесплатно. Здесь даже можно вон, подзарядить телефон. Вот так вот. Видите, как здорово? Вот такая вот набережная в Кемере. Видите, как красиво все сделано. Здесь все такое нарядное, потому что сегодня был забег бегунов, которые бегали как раз вот на эту гору, которую я вам показывал, через которую я хочу перебраться и спуститься там на дикий пляж. Вот, сегодня был забег, и сейчас они все уже, все убирают, вывозят. Вот так вот. Кстати, это детская площадка, вот мы сейчас здесь, находится прямо за Starbucks. Кому нужно, кто хочет, ну, приезжать сюда отдыхать, знаете, что вот есть достаточно большая, классная площадка. Ну, естественно, вот эти сувенирные домики все откроются, здесь можно тоже много чего будет подкупить. Даже взять браслетик с именем на заказ. Мы идем уже обратно, только чуть по другой улице. И здесь, смотрите, скоро запустят фонтаны. Здесь он что-то с пиратами Карибских морей связан. И очень такая атмосферная улочка. На ней тоже стоит прогуляться. Кафешки, кафешки. Все вокруг кафешек. Смотрите, как здорово. Уютно, пусто. В 2018 году впервые, когда мы приехали сюда, отдыхали в Бельдибе, в отеле, мы сюда приехали в Кемер и кушали мороженку вот в этом вот кафе, пили кофе и кушали, и гуляли вот здесь. Вот, вот что-нибудь вот изменилось с тех улице. Пор? Нет, я здесь уже проезжал, вот только кафе стало, походу, пошире. Вот экскурсии с прошлого. А вот магнитики на стримчик, смотрите, какой красивый. И далее? Но стрим уже прошел, и даже победители уже есть. Так что стримы наши не пропускайте. Я приехал, у нас тут вон целая тусовка собралась. Представляете, кстати, доехал на такси не за доллары, а за местные лиры по счетчику. Вот так вот. Это, кстати, как лайфхак. Надо только так ездить. Папа, сейчас собачку убью. Здесь пытаемся квадрик осилить. Погнали. Тихо, тихо. Тема, отойди.
Давай, втыкай. Сядь на него. Стой. Сядь, сядь. Нет, Тёма, слезь. Тёма, слезь. Сядь, 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 Андрей. Мы тебя разгоним. Ну или нет. Не-не, не травку сделай. Давай. Все, управляй нормально. Втыкай. Давай. Давай, давай, давай. Можно не втыкать. Можно так доехать. Давай, куда тебя? Втыкай. Во. Так уже сложнее. Не-не-не. Поехал. Не зря у меня когда-то была Жигули. Я знаю, что такое толкач. Вот так вот, парни. Мы все вместе поедем, вообще не сказал. Мы спасены. Работает? Я и говорю, толкач поможет. Родик, отойди. Я говорил, заведется. Родик! Умер Родька, смотри, какая нахрен техника. Оп. Я видел, как вы за угол повернули и газу дали. Так, вот это сбор. Посмотрите, как нас много. Вот такая вот организация. Мясо, полная кастрюля. Так, что-то еще там. Еще есть манты. У нас сегодня Кирилл приготовил настолько вкусное мясо, что Мирошка съел целую... Что это? Люля-кебаб. Люля-кебаб? Вот он. Это все съел Мирошка. И эту барашек, да, был? Ребрышко барашка. Да, вот Мирошка, там... ты же лопнешь, сынок. Да? Вот ты так вот. Лопну. Понравилось, да? Родина, да, оно позволяет тебе не чувствовать себя где-то там далеко. Как будто бы ты выехал на дачу, да, пожарил шашлыки с друзьями, встретился, поговорили, пообщались. И я хочу, чтобы эти все наши отношения теплые, они сохранились как можно дольше. Вот. Поэтому выпьем за друзей. Да. Вот так вот мы собираемся, тусуемся и проводим классное время. Если хотите с нами, я рассказал уже, что для этого нужно сделать, да, либо там аренда, либо купить вообще прям с нами в комплексе и с нами тоже тусоваться. Буду с вами прощаться снова, кстати, под звуки, вот, слышите, под звуки мечети. Ставьте лайки, пишите комментарии. До нового выпуска, пока.